прекрасный майский вечерок решили прокатиться на канатной дороге. Решили схитрить и поехать снизу, от Лужников. Сегодня вторник, сегодня самый дешевый день. Билет в одну сторону стоит 150 рублей. Билетики выглядят вот так вот. Ну и вперед, мы пошли. Билеты прикладываются вверх, а также можно по тройке пройти, если на тройке есть достаточное количество денег. От Лужников совершается погрузка. Народу стоит не очень много. Кабинки приходят часто. Подъезжает наша кабинка. Мы загружаемся в нее. Народу немного. Все едут как хотят. Так, поднимаемся. Очень резко вверх. Под нами Москва-река. Я просто фоткаю и все. Ай! И панорама. Кораблики, метромост. Здесь кабинки встречные. Но это круче, чем это, как его, Останкино. Ну да. Так. Там Москва-Сити. И сзади нас арена Лужники. Да. Так, космические кабинки. Внизу кораблик. Москва-Сити. Близится к концу короткое путешествие. Поднимаемся наверх. Здесь стройка трамплина наверх. Раз уж мы на Воробьевых горах, значит, идем на обзорную площадку. Здесь, как всегда, тусовка. Ну, такая, в легкую, поскольку еще вечер такой ранний. Москва-Сити, но она украсила город. Москва-Сити, ничего не скажешь. Делали какие-то такие штучки, украшения. МГУ. Ну, я так предполагаю, что штучки, наверное, светятся вечером. Ну и всякая красота. Ну и, да, последний взгляд на всю Москву, которая открывается. Обзор техники, которая здесь присутствует. Против солнца. Развернемся. Каких тут только аппаратов нет. А это еще не вечер. Ночью их тут просто в разы больше. А так обзорная площадочка выглядит снизу. Потому что мы направляемся на набережную. На набережной красота. Красота. И вот кабиночки, на которых катались. И вперед. Двигаемся дальше по набережной. А здесь красота. Лавочки, виды,
Тебя. Просто красота. Теперь набережная у нас выглядит вот так. Здесь полный тюленей развал. Что, в Москву уже пришла? Пришло лето практически. Красота. Здесь малая арена Лужников. И фланирующие москвичи. Проходим еще один мост. И вот Фрунзенская набережная. Дошли до пешеходного Андреевского моста. Солнышко уже скрылось. Плавненько углубляемся в парк культуры и отдыха имени Горького. Фонтаны. Людей, конечно, уже несравненно больше. Жизнь кипит. Релакс продолжается и в парке Горького. Пионерские пруды. Продолжаем гулять в парке Горького. Ну, как обычно, в темноте. После небольшого перекуса встретилась тюльпановая поляна. Очень много нарциссики. Очень хорошо. Мы нашли тихую, спокойную аллейку без людей, наконец-то. И по старой традиции вечером в парке Горького обязательно очутишься около большого фонтана с цветом музыкой. Вот почему-то музыки нету сегодня. И теперь снова на набережную и на Крымский мост, к метро и домой. Вот такая жизнь кипит под Крымским мостом.